После отставки президента Казахстана и решения переименовать в его честь столицу, лидер ЛДПР написал Нурсултану Назарбаеву открытое письмо. С советами и просьбами на правах земляка. Нурсултан Абишевич, остановите переименование улиц и городов Казахстана в вашу честь. Изменить название столицы не додумался даже Мао Цзэдун, никто в его окружении не поднимал вопрос о переименовании Пекина. После вашей смерти все названия вернутся.